Сегодняшней ночью, когда город уже спит, мы отправимся с вами, друзья, покорять просторы американского континента дальше. Напоминаю, что мы проходим кампанию «Крах империи Тауантинсую». Мы играем на сложности невозможно, это делает нашу игру весьма и весьма горячей. И сейчас наша миссия «Крах империи инков». Вы видите, да, что открыто уже следующее, ну, потому что у меня здесь было много попыток, и нужно было понять, как ее проходить. Сейчас сделаем это вместе. Есть возможность прочитать описание, как мы это и привыкли уже делать. Давайте не отходить от этой хорошей традиции и познакомимся с ним. Правитель инков Атауальпа выразил желание провести переговоры с Писаро. Для этого отряд конкистадоров был приглашен в город Кахамарка. Теперь появилась реальная, практически единственная возможность захватить власть в этом огромном государстве. Это можно сделать, захватив в плен правителя инков. Ваша задача – пленить Атауальпу. Треугольник Кахамарской площади, где испанцам предстояло встретиться с инкой Атауальпой, был образован одноэтажными зданиями, широкие выходы которых вели на площадь. В больших залах этих зданий Писаро разместил два отряда кавалерии. В Кахамарской крепости установили две пушки. Пехота укрылась в остальных зданиях, окружавших площадь. 20 самых надежных солдат составляли личную гвардию Писаро. Конквистадоры были готовы для дружеского приема инки. Пышный кортеж инки включал более 5000 отборных воинов, роскошно одетых чиновников инки, родовитых семей, приближенных ко двору и самого божественного сына солнца. Не увидев испанцев, оскорбленный Атауальпа спросил, где же белые посланцы? И тогда вперед выступил доминиканский монах Вальверде. Он стоял на площади один в своем жалком монашеском рубище, лицом к лицу с великолепным многотысячным эскортом инки. Держа в одной руке крест, а в другой Библию, он обратился к инке с речью. Он говорил ничего не понимающему Атауальпе о сотворении мира, об Иисусе Христе, о Святой Троице, о Папе, Божьем наместнике на земле, а также о том, что вместе со своим командующим Доном Франциско Писаро явились сюда в качестве послов великого и могущественного испанского короля. Вальверде потребовал от инки, чтобы он тут же покорился испанскому королю и отрекся от своих языческих заблуждений. Атауальпа страшно разгневался. Он обрушился на папу, который раздает не принадлежавшие ему земли, отверг бога белых людей и приказал казнить всех его посланцев, посмевших помыслить о таком кощунстве. Тут фанатичный монах впал в неистовство. Криками «Убейте их!» он давал сигнал Писаро. Испанская пехота закрыла выходы с Кахамарской площади и началась бойня. Только к инке, сидящему на золотых носилках, Писаро запретил прикасаться. Испанцы перебили 3000 индейцев, причем ни один из участников экспедиции не был даже ранен. Инка принял свой удел со стоическим спокойствием. Когда Атауальпа понял, что испанцы жаждут только золота, он предложил Писаро великолепную, фантастическую, небывалую сделку. В обмен на свою свободу инка предложил наполнить золотом на высоту вытянутой вверх руки помещения, в котором они находились. Разумеется, Писаро принял предложение Атауальпы. На высоте, до которого инка достал рукой, он обвел все помещение красной чертой и дал Атауальпе 2 месяца срока. Атауальпа разослал по всему Таунтинсую гонцов с приказанием отовсюду приносить золото. К Кахамарку стекались сокровища империи. По самым приблизительным подсчетам, добыча должна была составлять 60 центнеров золота. Серебра же в 2 раза больше. Понадобились месяцы, чтобы переплавить великолепные золотые украшения в золотые слитки. Так непревзойденные шедевры Таунтинсую были навсегда утрачены для человечества. Ведь один Франциско Писаро получил свыше 300 килограммов золота, каждый всадник по 40 и каждый пехотинец по 20 килограммов золота. Королевская пятая часть, поступившая в мадридскую казну, составила более 1 тонны золота и 2,5 тонн серебра.
Больше, наверное, только у Соломона было. Вот такой очень интересный вступительный брифинг. И, ребят, так, захватите в плен Атауальпу. Писаро, могущественный правитель инков Атауальпа, выразил желание провести переговоры с вами в Кахамарке. Для вас это шанс захватить власть над огромной империей инков. Красноречивый Падре де Луки будет сопровождать вас. Нам нужно сохраниться, друзья. Как мы узнали из вступительной речи, здесь начнется очень серьезный замес. И поэтому, пока мы стоим, не шевелимся, можно разбить наших юнитов на отряды. Так, теперь смотрим, что тут по зданиям. И давайте переместимся. Так, пацаны пушку тащат, даже двое пацанов. Вы на переговоры пришли с воинами, это ловушка, атакуйте конкистадоров. Так, немного перепутал, надо было сюда послать аркебузиров. Я надеюсь, что они успешно дойдут и сюда и смогут поддерживать огнем. Так. Сразу кинулись на нас. Пустите хоть кого-нибудь. А теперь нам нужно, друзья, просто пока выждать время и потом захватить в плен нужного нам юнита. Он будет зелененьким на карте отмечен. Даже можно что-то поулучшать немного. Это очень интересно. Так, ребята подошли. И сейчас здание должно начать стрельбу. Рейтеров бережем. Давайте пройдем сюда. Если бы еще в этих зданиях сидели противники, то вряд ли бы мы здесь что-то сделали, но... Так, теперь нам главное найти нужного нам и важного юнита. Так. Проще всего это сделать по мини-карте. Такая коротенькая миссия, если знать, что и как здесь делать. И если, друзья, своевременно завести юнита в здание.
Так, здесь жилые дома. Башня пустует. Смогли захватить это здание. Внутри здесь сотни. Давайте отправим их по 5 штучек. Заберем себе эти здания, порт в том числе. Может быть, у нас можно будет делать крестьян. Тогда будет интересно здесь немножко порасширяться. Крутые скалы. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас подойдут алибарчики. Вот. Я сейчас как Джек Воробей, знаете, парламентер пытался выговорить. Поршни. Так и у меня с алибарчиками. Только... Так, ребят, вы там где-то не там стоите. Давайте сюда. Вы сюда. Вот тут, похоже, он зелененькая, посмотрите, на карте точка. И я скорее гоню сюда рейтеров. Не можем мы делать крестьян. Жаль. Не можем даже сделать ни одной лодки. Так, может быть, можно было проплыться, посмотреть, что да где есть. Ну, вот эти здания хотя бы немножко можно поулучшать. И то мелочи приятно. Так. Да, вот он, друзья, стоит. Ну, давайте пока не будем его трогать. Еще немножко посмотрим, что тут есть. Порассылаем юнитов на захват. Так. Так, так, так. Отводим под прикрытие стрелков. Надо было сохраниться, слушайте. Давайте сохранимся, а то... Я сейчас нарвусь. Да, у несчастных индейцев никакого шанса не было. И действия, которые совершили здесь европейские конкистадоры, по своей ужасности, может быть, даже превзошли языческих богов. Хотя и кто-то даже смел называть это христианством. Так, отсюда тоже пошла атака. Это у нас башня, да, друзья? Можно сюда даже еще стрелков штук 5 переместить. Тут кто-то есть внутри, похоже. Музыка такая просто хорошая, очень крутой саундтрек, прям, когда еще я понимаю, что это сделала отечественная студия, я проникаюсь глубочайшим уважением. Но могут же, когда хотят. Так, тут позахватывали. В общем, миссия очень простая. Я бы уже мог ее закончить несколько раз. Так,
Сейчас зачем-то захвачу еще городской центр. И будем потихонечку сворачиваться. Лучше пойдем дальше. Там будут миссии, которые еще потребуют того, чтобы мы попотели. Совершенно, можно сказать, несбалансированные миссии на сложности невозможно. Где-то они сделаны так, что появляются легионы из ниоткуда вражеских юнитов, и там действительно невозможно ничего сделать. А где-то, видите, все очень просто, как здесь. Ни на что уже нет у нас ресурсов для улучшения. Хватит, хватит издеваться над индейцами. Давайте захватим. Он уходит от нас. Так, может быть, нам нужен копейщик? Нет, рейдеры тоже могут это сделать. Не трогайте меня, я сдаюсь. Вы захватили могущественного Атауальпу. Так заканчивается, друзья, эта миссия. У нас победа. И мне уже хочется проходить следующую, которая называется «Казнь Атауальпы». Я приглашаю вас всех прийти и посмотреть, какой она будет. Ну, а здесь вот исторический именно нарратив был очень крутой, на мой взгляд. Пишите, что вы думаете. Увидимся на канале 100% прохождений. Его название вы и так знаете.